Артем, мы продолжаем играть в Абсолют Тактикал Дочери Аскезы. Так, в дополнительных миссиях у нас ничего нету. Иглхорн мы зачистили. В лавке лекаря у меня, к сожалению, денег нет. В снаряжении у нас тут новенького, в принципе, ничего нету. Ну вот, выпали доспехи, мы их все... А, я их все купил, да, пофармил. Точно, я забыл совсем. А из этого тут больше ничего такого нету. Погнали в следующую сюжетную миссию. Там, скорее всего, будет третий. А пятый будет последний босс. О, опять жители. Но этих душнил мы огненной бомбой подорвем. Так, тут можно что-то заныкать. Тут вот это есть хрень. Это что? О, это эту жрут. А вот ее сестра, да. Поглощают энергию. Тут будет мочилово какое-то жесткое. Смотрите, мы нашли жуткие останки Галены. Они собирают с нее аденин. Нужно их остановить. А их мало. Хаксли, Юдора поблизости, она очень сильна, будь осторожен. Да мы же ей нахерачили же. Че она сильна-то? Так, маг сзади стоит, это плохо. Врываемся. Так, что ты можешь натворить грязного? Давай. Тридцаточку, молодец. Так, маг, теперь нужен маг обязательно. На людей плевать. Так, есть огненный шар. Тройной, давай. Хотя бы подожгем всех. Так, потом врываешься ты и кидаешь сюда. Давай, кровотечение. Атака минус. Так, потом ты врываешься вот сюда и делаешь вот так. Ага. Там передохнет просто половина к следующему ходу и все. Так, давай в этого выстрелим. Пусть он сдохнет сразу. 15 хп, 15 опыта точнее. Так, ассасинша. Нанеси смертельный урон кусту. Там вы все равно ничего сделать не сможете, скиллов нету банально. Все, теперь начинаем умирать потихоньку. Тут рычаг, кстати, есть. Да, потихонечку покоцались. Но, кстати, мало. А, на тебя дебаф не действует. Один урон, людей можно не трогать. А маг-хиллер. Так, что у нас получается? Они аденин поглощают все еще. А, получается, что мы можем сделать? Они хилятся? За счет чего? Непонятно. Надо вынести этого и пойти... А как мы мага снесем? Может быть, банку с аденином снести? Ну, давайте, как вариант. Так, ты. Молодцом. Стой на месте, у тебя толку все равно никакого нету. Ты давай за спину ему. И вшатай. Красавчик. Так, ты давай вот сюда. И вшатай ему. А вы, ребятки, вниз сейчас пойдете. Сможешь достать? Ага, понятно. Понятно. Так, мне надо вот сюда встать и выстрелить в эту хрень. Да. Проход открыт. Молодцом. Теперь подберемся ближе к воде. Ну, кто-то к воде подберется, кто-то через верх к воде пойдет. Все ради сундука. Да. Че у тебя по скиллам? Да, у нее ничего нету. Только ярость можем взять. И то она ей не поможет, потому что впереди вот это стоит. Если рыцарь сейчас до нас дойдет, то не поможет ей это. Вообще прям. Ну это реально, он один урон наносит, он два урона. Ничего себе. Ау. Ну да, они пока поглощают аденин. Но я думаю, мы их взорвем спокойно. Подожди. Они все отхиливаются? Походу за счет брони. Но это единственный вариант. Великий щит? Нет, спасибо. Давай огненного шара ему. Молодцом. Побежали. Кстати, нам здесь пацан нужен, если так уж пошло. Пацан нужен, чтобы эту штуку активировать. Значит, мы троем с пацаном идем. Пацан нужен, чтобы сожрать эту. Вон ту фигню сожрать. Так. Ты. Врывайся.
И, кстати, не подожгла. Что странно. Так, можем сюда подойти и попробовать выстрелить. Красота. Так, и толстячок наш в виде танка идет вот сюда и призывает блох. Ага, блох он никуда не призывает, я понял. Ой-ой-ой, придется его убить. Потому что, да, придется его убить. На них плевать, но его придется завалить. Мы банально выйти не сможем, если его не убьем. Так, ну начнем мы с тебя. Не, стоп, подожди, у тебя очень хорошая защита. Левел ап того стоил. Вот она атаку себе подняла, но она не может никого атаковать, потому что у нее скиллов нету. Банально. Так, что ты можешь сделать? Не, взрывчатку она тогда ранит нашего. Ядовитая ловушка нет. Буря мечей, ядовитая ловушка. Ну, понятно. От него от пацана тоже толку мало. Так, ты. ...44, неплохо. Ты сможешь выйти отсюда? Нет, тебе придется атаковать его. Да, проклятие. Да, мы знаем, что не обойтись без жертв и все такое. Стоп. Надо толстячком походить еще. Понизим ребятам атаку. Хорошенько. Пусть ходит. Главное, что еще и урон получает магический. Остальное не важно. 6? Серьезно? В спину. А, нет, могла в спину атаковать. Зачем отошел? Непонятно. Дурачак, что ли? Маги качают аденин. Надо их валить. Да, благо мы хилимся. 15. Как-то так. Есть всего? Ужас. Так, ну ее мы не трогаем тогда. Не, подожди. Ты можешь как-то вот тебе вот сюда встать в идеале? А, ну ты можешь просто ударить. И будет минус один. Будет минус один. Ты же, наверное, не любишь физу, да? Ну, как я и думал. Так, ты завершай ход, а тебя толку срочно никакого нет. Ты можешь встать вот сюда, а из скиллов твоих есть вот это. Оу. Ага, ясно. Хреново было сейчас. Ну ладно. Блин, не сгорел. Мало. Да этот физой бьет мало тоже. Серьезно, гранаты и все? Я сейчас разберусь с гранатой и с ними. Так, они все еще качают. Непонятно, что они качают, до какого момента это будет идти. Но у нас хилы идут. Ты сможешь его вынести? Скажи мне. Один. Один-то ты снесешь. Стой, так. Так, деваха. От тебя толку нет вообще здесь. Реально, толку ноль. Стой так. А ты, пацан, давай забери то, что нам принадлежит. Вервелла, уникальный шлем. Окей. Атака по площади. Есть что-нибудь? Нет, такого ничего. Стой так тогда. Лицом торгу пока что. Так, ты. 49 всего крит? Жалко, мало. Так. Ты. 2 урона? Так мало? Ну, окей.
Все готово. Да. Теперь это только сделает гранату, она придет сады не уничтожать. Я магом не туда отошел. Я вот сейчас понимаю, что магом вообще не туда отошел. Эти пока воруют, да. Но я до них не достану никак. Вот в чем дело. Так, ты тогда... Стоп, ты тогда давай убей его сразу. Ты все равно ничего сделать не сможешь. Так, лицом торговать против раз, два, три, четыре, пять, шесть, семерых. А она вот здесь находится, да? А как мне к ней пройти? Пока непонятно. Так, а, не здесь, вот еще один, да? Его надо убить как-нибудь. А как его убить, непонятно. А, стоп. Ну, переместись вот сюда давай. Так, мага. И чё? А, так, вы мешали жатве, вы за это поплатитесь. Ты дурак? Ну, такое себе, честно говоря. Ага. Ну, мы помешали жатве, а тебе, чтобы походить, надо будет что-то сделать. Поэтому давай гранатку сюда. Он в любом случае туда наступит. А ты вставай сюда пока что. Он 100% туда наступит. Поэтому да. Так. Ну ты можешь вот сюда подойти. Нет, стоп. Вот сюда подойти и ударить эту штуку чисто ради опыта. 4 опыта лучше, чем ничего. Так, первый, естественно, выстрелит в нас. Рыцари будут подходить? Нет. Я забыл, что этот придурок, придурок. Ой-ой-ой. Я реально забыл это. Тогда... Да, у нас подхилы. Так, ты давай огненный шар тогда. Вот сюда. Кинь. Передвинься вот сюда, он все равно не пойдет. Так, ты отмени. Потому что мы тогда не пройдем точно с тобой. Да, я забыл, что она ближник хреновый такой очень. Да как так-то? Не, стоп. Ага. Врывайся. Так, магия. Урон снижаем. Пусть подходит. Так, ну ты вот сюда и сохраняйся. Так, ты. Идеально? Идеально. Awesome. Да, надо было ее наверх брать, а вот этого лучника сюда как раз. Такое себе. Главное, атаку снизили. Остальное не важно. Чем ближе они подойдут, тем лучше. Толстяк пойдет? Нет. Ну, на тебя плевать вообще. Угу. Братан, ну хватит создавать всякую хрень. Серьезно. Кстати, если бы он на бомбе ее воссоздать не смог, правильно получается? Нет, доспех я менять не буду, он меня хилит, как минимум. Хотя, все может быть. Так, давай огненный шар по области. И пробегай вот сюда наверх. Мне нужно, чтобы он сюда прошел. И атаковал через бурю мечей. Я знаю, что 2 урона будет, ничего страшного в этом нету. У нас есть она. Опытный ассасин. Да, который нехил наносит. Так, ты. Да, давай. В принципе, пофиг на этого жителя. А жители нам не враги, постарайтесь не... Ну да, я понял, постараемся, не переживай. Как постараемся, так и постараемся. Так, ты. Угу. Не, стой тут лицом торгуй, у тебя хорошо получается. Ты достанешь до вот этой штуки? А, вот сюда встань. Следующим ходом она вынесет ее.
4 урона. А что значит прокачка топовая? Оу. Эти качают пока. Надо адениновые бочки снести, чтобы они переместились к нам, мы их убили. Ну и все. Так, ты. Иди сюда. Используй свою магическую способность. Все. Сундук наш. Да, мы можем забрать сундук. Тысяча монет, неплохо. И зельки всякие вкусные. Так. Пацана надо сразу вшатать. Так. Ты. Он пойдет вот сюда и вот сюда. Правильно? Правильно. Значит, нам надо поставить сюда ядовитую... Оглушающую... Нет, стоп. Ядовитую ловушку сюда. Он потому что к нему пойдет 100%. Да, ягодки заберем. Так, а ты можешь, в принципе, что сделать? Да ничего. Сюда пойти и... Нет, ты тогда давай вот сюда. Ну, у нас такая тактика. Он спиной встанет, мы ему в спину насуем. Я же сказал, он пойдет к нему. Да? Как жопой чую. Ой, мы в окружении. Ой, мы в хреновом окружении. А, не, все нормально. Мы вышли из окружения. Эти все еще качают. Но прелесть в том, что у этого парня есть огненный взрыв, который вот на этой клеточке очень неплохо сработает. Братан, вообще пофиг на тебя, честно. Мы не для этого сюда подошли. Мы подошли сюда только ради выстрелов. Только ради выстрелов. Ай-яй-яй. Я вообще-то хотел сюда подойти. Спасибо. Так. Да, кстати, из-за защиты у них очень мощная получилась. Так, ты пока тут постой. Мне ты там не нужна. Он развернется, и мы его ударим. Да, вот это я и хотел. Ассасином именно. Но это зря. А, блин, у нас же хилер тут. Я забыл совсем. Гребаный хилер. Маги пока стоят вафлят. Мне кажется, бомбу надо взрывать. А, слушайте, если мы взрываем бомбу, вот эта штука опустится, наверное. А, нет, ей некуда опускаться. А нахрена тогда нам надо было туда это взрывать? Непонятно. Так, способность. Бойня. А почему 31? Это же магическая способность. Какого хрена? Окей, ладно. А он спиной стоит, плохо. Так, ладно, отходим вот сюда. Начинаем бить их всех. В спину и везде. Ну и все. Осталось двое. Нет, стой здесь, пока ты нужна тут. Ты можешь со спины ему... Она могла ему со спины втащить. Ой, 7 урона, как страшно. А теперь хилить неким. Походу, бочку взрывать все же надо. Чтобы пройти дальше. Судя по всему. Обожаю отхил. Обожаю отхил. Так, подожди, тогда может вот это... 20? Что за бред, блин? Так, нет, давай тобой пока походим не сразу.
Чё два урона-то? Так много. А, нет, тебе стоять здесь. Так, ты можешь вот сюда подойти и ударить его со спины магической. 37, и он не отравится, естественно. Ты пока погоди. Ты можешь пока вот сюда подойти и выстрелить. Nice. А ты просто можешь развернуться лицом к нему. А ты давай тогда подрывай. А, вот для чего бочка была, чтобы вот эту дверь открыть. Изи. Так, к нам заявились нечестивцы. Моя милая Юдора, я едва ее узнаю. Кто это вообще так? А может, это ее мать? На, напасть на них. Оу, рыцари четверо появилось. Я пошлю благословенных ангелов, чтобы вы не заскучали. Окей. Она свалила? Да, зря. 5 урона. Страшно-то как. Это с учетом, что у нас дефенс, ну, защиту снизили. Да. А, магический урон найден. Так, что ты можешь сделать? Ты можешь подойти сюда и выстрелить магическим взрывом. И еще кустик забрать. Так, ты потом подходишь сюда же и используешь цикад на уменьшение атаки. Угу. Все, побежали наверх. Блин, ее эта способность реально кучу сундуков за раз забирать. Мне кажется, больше смысла в ее способности нету. Так. Походишь и взорвешься. Так. Зельку вот эту надо выпить. Да, сейчас смысла в прокачке ХП и всего остального такого сильного нету уже. Главное сейчас зелик набрать на уровень. А здесь походит первый левый. Если да, то прекрасно. Прекрасно, он дебил. А что мы делаем с дебилами? Правильно, мы их убиваем методом кнута и пряника. Но в нашем случае это всегда кнут. Всегда кнут. Так. Beautiful performance. That'll teach him. Ясно, понятно. Пацан. Там только один будет подходить, поэтому смысла пока нету бежать. Да, вот реально коридор маленький для такой толпы. Хорошо, катапульт нету. Вот эти катапульты обычно нам такую грязь устраивали. Я уже думал, никто из вас не пойдет. Было бы странно. Но это выстрел просто. У нас сейчас будет просто дуэль на лучниках. Как к ним пройти? А, к ним пройти надо вниз спуститься, да? Вроде. Да, вниз спуститься, убить двоих и забрать вот эту штуку. Кто хочет пойти вниз убивать магов? Давай ты тогда. Угу. У вас у обоих защита, да? Давай хотя бы тебя подожгем. Плевать на твою защиту, если честно. Нет, туда не надо. Давай сюда. Тут у нас сейчас будет дуэль на лучников. В которой мы, скорее всего, выиграем. Так, ты можешь подойти вот сюда и ударить его на сороковник. Ты можешь подойти вон туда. А нам туда надо? Да, тут будет месиво 100%. Ну, там просто много бочек и всего остального. Скорее всего, месиво там будет. Плюс она может вот сюда подойти. И левелапнуться еще к тому же.
А ты куда пойдешь? А твой друг арбалетчик за тебя встанет? Зря. Зря, зря, зря. Походу одна бочка собирает весь аденин, потому что... Да, хилы пошли. Потому что там всего одна бочка. Да, банально одна бочка. Так, ты, давай накидываем проказу. Давай атаку понизим еще раз. А сам перебеги вот сюда. Будем сносить бочку. Так, ассасинша, что ты сможешь сделать? Куда добежать? Никуда почти. Так, ты идешь сюда. И одним ударом выкашиваешь. Они вдвоем там справятся, так как они оба физики. Они спокойно справятся. Не вижу смысла их недооценивать. Да, у них по 51 хп. Ассасин ничего сделать не сможет. А, сможет. Окей. Окей, хорошо. Я тебя услышал. Сейчас, погодите. 5 секунд. Надо будет кого-то еще одного туда отправить. Так, ты. Ой. Это случилось случайно. Да. Так, ты иди сюда. Не, стой здесь, они сейчас маги появятся, спокойно, 100% на нас пойдут толпой. Давай, ягодный кусок пока забери. Пацан, давай сюда. Если что, ворвешься снизу. А маг давай вот сюда. Ты можешь, кстати, что у тебя по колдовству? 20? Давай зельку выпей. Все, завершаем. Да, турелька выстрелит, это понятно. Просто два мага появятся сразу, надо их выкинуть. Но они взрывчатку призывают, поэтому от них толку сильного мало. Стой так пока. Давайте заберем аденин. Посмотрим, где они появятся. Все, ну, вам конец, как обычно. Один здесь, а второй где? А второй здесь. Ну, я так и думал. Все, пропускаем ход. Пусть нападают. Там просто появится толпа 100%. Турель не атакует. Зачем ты сзади ее призвал? Ну, ты серьезно? Да, толку, конечно, от вас, ребят, ноль. И мы будем выхиливаться до талого, типа. Так. Я знаю, что я спиной встал. А, стоп, подожди, мы уже можем вот это сделать. Да? Вот так вот, если что, все чему. Там спиной встали, это плохо, а так нормально. Да, турелька. Она даже не нам в спину стреляет. Зря. Я бы в спину шмальнул. Ну, тоже зря. Да, тот самый геморрой будет вот с этими ребятами. Поэтому мы сейчас быстренько их обоих убьем. Ладно, опять. Так. На случай важных переговоров. Я тебя тормозну сейчас. 4 урона, так 4 урона. Ничего страшного. Так, вы завершайте ход. Сейчас я только ассасина. Да блин. А этого убью и все. Да легко. Да, чуть дольше получается, ну да ладно. Потихоньку, полегоньку мы их убьем всех.
Тем более сейчас хилы пойдут. По плюс 9. Так, давай. Все, с ними я разобрался. Подходи в упор. Ты бы, конечно, использовал бы другую способность, но да и пока так сойдет. Я не парюсь, реально. Мы ему сейчас физическую атаку ударим просто, и все. И он отъедет. Просто мы восстановим по 9, а там отнимают по 17. Мы можем ударить и отбежать. Вот в чем дело. Да, мы так и сделаем, кстати, сейчас. Урон от атаки. Урон атаки врага близость. Ну, давай. Красава. Стой здесь, тебе подходить не надо. Потому что он сейчас просто ударит его в лицо. И сделает шажок вот сюда. Этот сделает взрывчатку здесь. Скорее всего. Либо справа, наверху. И она взорвется. Ну вот. Это взорвется, уничтожит это. И мы подойдем и убьем его спокойно. 173 урона, кстати. Все, ты можешь уже убегать. От тебя уже толку нет. Все. А это мы сейчас добьем. Как-то так. И сейчас должны появиться новые противники. Ну, я так и знал, что они появятся. А, бестолковым ангелам не хватило сил, чтобы вас одолеть. Оу. Юдора Аскезы, немедленно прекращайте зверство и сдавайся. Я не дам ей сдаться, я совершу возмездие. Да-да, я в курсе, у меня тут мысль возникла. Посмотрим, как вы справитесь с самым праведным соратником. Чё? Да твою налево, он... Нет, я должен сопротивляться. Развлекайтесь. Ах да, не забудьте про особую проповедь. До встречи. Охренеть. Капитан Аркин? Так нельзя его атаковать. Мы же так не поступим, правда? А, выбора нет. Либо он, либо мы. Что? Может, просто его побьем немного? Оу. Интересненько. У него 138 хп. А тут гоблин появился. Так, так, стоп. Ты давай за гоблином. Все, молодцом. Так, ты... нет, стоп, пацан. Ловушка. Пусть стоит здесь. Ты давай тогда вот сюда. И вот так встань. Если они подойдут, мы взрывную бочку жахнем. Так, ты не можешь ходить. А, ты можешь ходить еще раз, да? Давай тогда вот сюда. И используй свой скилл огненного шара. Я знаю, что точка взорвется, но она не ранит никого из наших. Все, вроде, все походили. Он, кстати, отравился. От чего? У них полоски хп не показывают. Мы ничего не делали, он сам подорвался. Главное, что вот этот подлетел поближе. Кусь. Подлетай. Да, дурачок. Он тебя хилит? Короче, посмотрим, сейчас как пойдет, но мне кажется... Блин, а его ты зачем хилишь, идиот? Ну, этим сейчас не поздоровится двоим. Нас тоже хилит автоматом. Так, ты давай, короче, атакуй вот сюда. Ну да, так и было задумано. Банально. Так, пока сюда встань. Цветочка атакуешь за ягодками, за моими. Так, ты вообще, от тебя толку нету никакого. Ты давай башку ему разочек. Стой здесь. А маг? Нет, стоп, маг. Давай, ты должен добить его срочно. Это мои деньги. Пятьсот монет, супер. Так, а ты давай вот сюда в упор и ударь его. Вроде бы справились. Интересно, придется его бить или нет? Придется, видимо, да. Видимо, придется ему всечь. Да, придется всечь. Но мы всех перебили, кроме него. Значит, ему придется месить в любом случае. А, он же на расстоянии бьет, точно. И не походил? Дурачок.
Маленький смелый дурачок. Так, ну ладно, тогда окей. Печеньку. Левелапнуться от капитана. Вот что это означает, левелап от капитана. Так, давай, буря мечей. 46. Так, огненный шар. А, все, у него не осталось уже. Стоп, подожди, ну-ка иди отсюда. У него уже не осталось хп. Добей его. Все. KO. А, похоже, жителям нельзя было спасти. 1600 монет, фу, обучалка, и мы не успели остановить жатву. А, я рада, что мы выбрались, хотя Аркину еще придется восстановиться. Да. Не страшно, вообще не страшно. О, персонаж 17, нужен 16. В доп. Миссиях что-нибудь есть? Да, смотрите, Вечная улица. Сейчас мы сходим туда. Давайте в лавку снаряги сходим. Серьезно? Новые мечи подъехали. По 1200. У всех? А, у вас еще золотые, кстати. А, ну, эти хуже. Вот эти лучше, в защите только. А по броне что-нибудь подъехало? По шапкам? А, кстати, шапка. Кстати, шапка. О, 5 атаки, защита уменьшится, еще больше атаки, больше ОЗ. Угу. Ну тогда нет. А тебе не хочешь такую шапку? А, она у всех же одинаковые шапки. Да? Да, у всех одинаковые шапки. Тогда нет, лавка снаряги. К сожалению, простите, но топовая снаряга нам не интересует. Так, а по поводу оружия. Ага. То есть им можно вот это выдать, либо всем вот это выдать сразу же. У этого вообще другой тип. А, у него вообще другой тип оружия. Вот это еще хуже, но она защиту ей даст неплохую. Ну что, давай тебе вот это купим. Кто там у нас еще с таким ходит? Ты. Пока что так вот как-то. А, и ты тоже, да? У нас денег нету. Казарма. Да, одеваем всех в одинаковое. Не паримся. Так, лавка снаряжения. Все, тысяча... А, у нас все равно не хватает. Ладно, погнали в доп-миссию. У нас все равно вариантов нету. Раз, два, три, четыре, пять. То есть еще минимум будет карт 7. Потому что там не с каждой попадает эта фигня. Так, один. Телепорты какие-то. Второй. Мне не нравятся телепорты. Отсюда будут тэпаться противники, да? Бесчисленная орда аскезы прибывает. Нужно продержаться, пока не подспеет городская стража Корлиса. Продержит 12 раундов. Да легко. Вообще на изи. Как? Вот так вот. Не, стоп. Пацан. Где пацан? А остальные меня не интересуют. Просто гранаты буду раскидывать везде, пусть взрываются на всем. Прелесть в том, что он реально подойдет. А эти пусть появляются. А они могут через заборы плевать. Блин. Угу. Они через заборы могут плевать, вот в чем проблема. А, подожди, он... Если я сюда встану. Ага. То есть переживать пока не за что. Спустимся просто ниже вот сюда и все. И проблем сильных не будет. Я что-то разнес? Я переключатель снес. Вау. А толку? Они дальники. Они дальники? Блево. Да, он дальник. Тут можно типа ворота закрывать, вырубая переключателя. Да мне кажется, толку от этого сильного-то и не будет. Так, ну... Так, ладно, ты пока стой. Ты давай, ты тоже стой. Ты давай тогда в него накинь. Огненный... А, стоп, ты тоже стой. Шаг вперед. Удар. Пусть стоит. С правой стороны кто-нибудь идет? Нет, никого нет. Мак, иди сюда.
будешь прикрывать фланги. Ты. Не надо бить его. Иди сюда. Можешь что-нибудь натворить? Нет? Ну и стой тогда в защите. Пацан. Пацан. А, этот сюда сейчас подойдет. Давай. На всякий пожарный закинь еще одну взрывную ловушку. Вот сюда. Но будем надеяться, что он ко мне пойдет по линии, по прямой. Тогда будет все нормально. Это не страшно. 6 урона-то. Угу. На это и рассчитывал. Так, эти ближники именно гули. Это, естественно, арбалетчик-дальник. Серьезно? Рыцарь хрен с ним, ядовитый появился. Чувак с косой тоже. Блин, этот геморройный будет очень. Ну, а, все, мы ходим, да? Смотрите, ровно 21, как я и хотел. Так. Пять, не страшно. У нас ассасин для этого есть. Ах ты дура, он же подошел. Блин. Ладно, у нас был план, и мы его придерживаемся. Просто отступаем вниз. Вот и весь план. Там нет по области, кто лупит, поэтому не страшно. Бьем кого-нибудь. Сколько тяпаться, кстати? Да хрена, я бы так сказал. Да хрена. Пока они сверху все подойдут, они встанут в кучку, и мы кучку будем просто выносить. И все. Да, они будут долго подходить. А что, ты не загорелся? А я знал, что ты ее атакуешь. Почему-то. Вот этот медленно ходит, он не скоро дойдет. Блин, маги. Арбалетчик. Да ё-моё. Опять маг. 12 раундов так продержаться надо всего лишь. А потом всех убить, кто останется? Если да, то проблематичненько будет. Нет, ты не надо. Давай ты. У тебя есть способность. Молодцом. Так, ты иди сюда. Сможешь использовать скилл? Давай. Атаку понизим ему просто и все. Так, ты. А, ты не можешь встать на телепорт, да? Или ты просто не хочешь вставать на телепорт? Две разные вещи. Есть желание, есть нежелание. Так, иди сюда. Да, мы просто встанем внизу и все. Пусть взрывается, сколько влезет. Так, пацан. Ты сможешь бомбу там кинуть ему прям под ноги? Ну, рискнем, что он подойдет именно сюда. Все, погнали. Это сейчас подойдет и взорвется. Я так и знал, что так и будет. Этот тоже подорвался. Дурачки все. Да, толстяк ходит на три клетки. Эти не могут ходить. Да, если мы сейчас окружим телепорт, они будут все вокруг телепорта выходить. Да, план таков. Какой раунд хоть по счету? Рыцарь появился. Ну ладно. Еще один рыцарь, тоже окей. О, зря ты появился тут. Маг еще появился. Да, мочило будет зверское. Способности по области будут решать очень сильно. Этот взорвется. Вот, блин, взорвался он бы чуть по-другому, было бы еще лучше. 42. Так. Ага. Вообще, вот сюда встань. Толстячка надо вот сюда поставить. Надо их местами как-нибудь поменять. Рокировки нет никакой, к сожалению. Так. Нет, стоп. Давай вот сюда. Нет, стоп. Давай вот сюда. И бей вот этого. Потому что со спины.
Да. Пацан сейчас высечет вот этого. А маг жахнет огоньком вот по вот этому. Yes. Все, и отходи в тыл. Ты здесь уже больше не нужен. Все, теперь все, кто будет здесь появляться, будут отъезжать, а мы будем спокойно выкашивать всех, кто к нам подойдет. Можно гранат еще раскидать. Они вот кучкуются хорошо, можно их будет выкашивать. Маг только сможет в упор атаковать. Этот нет. Но они сейчас, вот видите, друг за другом встают. Им будет очень плохо. Сейчас еще кто-нибудь появится, да? Нет? Да. Еще один жнец. Какой раунд? Ой, тебя мы сейчас будем выкашивать. Хорошечно так. Блин, они до хрена в каком количестве появляются-то. Это нечестно. Так, давай смотреть. Ты можешь ему всечь? 24, нормально. Стой, торгуй лицом. Ты давай вот сюда. И давай используй вот это. 31, ну, нормально. Пусть танкуй пока лицом. Так, ты пока ничего не делай. Ты... Но у него магическая защита. Пробивание. 33, прекрасно. Вставай к нему. Вот сюда. Так, ты, у него именно магическая защита, да? А, у него физическая именно. Все. Маг, давай. Шаг вперед, огненный взрыв. Два шага вперед, огненный взрыв. Level up. We can't stop now. Ну, от тебя толку ноль, поэтому завершаем ход. Пусть стоит пока. Сейчас тут кто-нибудь появится, она его выкосит. Это подгорел. Ну и все, они ходят. Ну, плюнь по мне. Не страшно. 22 хотя. Неприятненько. Арбалетчик. Что ты сделал? А зачем? А, понятно. Но она не сработала, значит, все хорошо. Да, они кучкуются хорошо. Очень хорошо кучкуются. Мне это нравится. А, ты еще дальше зашел? А я могу встать на портал, чтобы они не ходили, не появлялись, типа? Или я не могу встать на портал? Так, наш ход. Эти не ходят. Сюда огненный шар закинуть по троим прям идеально будет. Что мы, кстати, и сделаем. Сейчас я только проверю. О, мои шпионы доложили, что городская стража уже на полпути. Только на полпути, ты хотела сказать. Я могу переместиться сюда? Не могу. Отступаем. Ага. Так, ты можешь что-то сделать? Вообще капелюшечный урон. Отходим. Так, маг. Маг, ты, короче, идешь сюда и устраиваешь грязь огненную. Минус 2. Замечательно. Так, ты. Да давай обычной атакой. 17? Да, обычной атакой мало. Так, ты давай обычной атакой. Beautiful performance. Угу. Угу. Так, ты можешь убить вот этого? Можешь. Ну так убей. Nice. Все. Маги ее достанут, скорее всего. Ну, сейчас посмотрим, что арбалетчики будут творить. Ты серьезно? Турель призвал? Толстяк даже дойти не смог. А, они не могут через ограду атаковать. Это хорошо. Очень хорошо. Они опять кучкуются. Еще 6 раундов надо продержаться. 6, Карл. Жнец пошел в обход. Сейчас еще призываться будут, ребят. Ну, это нормально. Так и задумано, если что. Арбалетчик. Нельзя только выпускать их вглубь большую. Вот это мерзкий, но его убить можно спокойно. Тот будет призывать всякое говно. Его тоже надо будет убивать.
Блин, первый раз, когда такая фигней занимаемся. Так, начнем с мага сразу же. Молодцом. Пока стой, торгуй лицом. Так, ты. Шаг вперед. Атака. Так, все продумано. Минус маг. Я же говорю, все продумано. Так. А, ты иди сюда. И ударь этого по лицу. 35. Все, можно выходить из игры. Левел ап достигнут. У нас деваха еще не походила. Деваха может походить вот сюда. А хилов у них нету, правильно я понимаю? 52. Прекрасно. Ее, скорее всего, сейчас загнобят. Угу. Возможно, все. Да. Зря вы так близко встаете, конечно. Зря, ой, зря. Сейчас вам будет больно. Да, ее гнобить будет. Если сейчас ее не ударит никто, то она выживет. А ее никто и не ударит. Арбалетчик проход перекрыл. Дурак. Эд гранату призовет, конечно же, свою волшебную. Куда ж без нее-то? Сейчас еще народ призовется, правильно я понимаю? Или нет? Да, призовется. Харкай. А, нет, это ближник ядовитый. Блин, вот танк здесь вообще не к месту. Танк не к месту вот тут вот. Вот тут танк не к месту вообще. Сейчас, значит, что мы делаем тобой? Пока тобой ничего не делаем. Пока мы закидываем огненный шар. Стоп, подожди. Переместись на клеточку. Огненный шар. Чисто ради поджечь. Ни больше, ни меньше. Так, ты. 24, чтобы ты догорел в следующем ходу. Так, пацан. Пацан должен порвать его задницу. Как минимум наполовину. Угу. Деваха. Деваха идет вот сюда. И устраивает вот это. У нас есть кому походить? У нас есть только эти двое, да? Ну, ты ничего не сделаешь. Так, давай вот этот вот отсюда отойдет. Мы хотя бы встретим их в какой-нибудь безопасной зоне. Да, чтобы он нас достать не смог. О, погоди-ка. Может, мы сможем его завалить? Да! Это того стоило. Это, кстати, дойдет до нас, походу. Этот минус сразу. Этот минус сразу. Деваха пока живет. Пока. Скорее всего, она и будет дальше жить. Ой, ты зря ему проход перекрыл. А, не будет. Я передумал. А, от нее толку ноль. Если так подумать. У нее нет ни скиллов ценных, ничего такого. Вот вы зря тут встали вообще. Ни к селу, ни к городу. Ну и че? Это сейчас подорвет эту. 264, ни хрена себе урончик. Толстячок идет. Вот сейчас кто появится у нас в спине? Если в спине появится танк, нам жопа. Ну, типа тяжело очень будет. Ему жопа. Если бы танк появился, было бы жопа. Да, такое веселое сдерживание началось. Так. Я думаю, что бы сделать. Ну, слушай, от мага сейчас толку сильного не будет. От тебя будет, ты сможешь заассасинить кого-нибудь. Давай полная УЗ. То есть 555 это фул, да? Какой можно восстановить. Вот если ты сможешь так пару раз сделать, я, тебе цены не будет. Стоп, подожди, у тебя скилл есть какой-то, бойня. Ага, молодцом. Не, погоди, погоди. 23.
Так, а ты можешь что-нибудь сделать хорошее? Давай. Да вообще, у тебя 50 урона вроде, а такое чувство, что ты вообще не атакуешь. Так. Не, стоп. Все, ходите. Я вас верю. Само собой. Само собой. Ходи. Этот мага атакует, окей. Это до мага не дойдет, по-любому. Так, ты, естественно, дурак, зачем-то призвал эту штуку, теперь до мага дойти не можешь. До нас, точнее, вообще. Арбалетчик? Нет. Ну, тоже призвал зачем-то турель, мы до нее все равно не пойдем. То есть, если нам скажут, типа, уничтожайте их тут, мы их просто уничтожать будем тут. Этого надо, короче, держать, потому что арбалетчик с косой он дебафа накидывает, но толстяк тяжелее будет убиваться. А пока толстяк нас обойдет, мы уже половину ходов выиграем. Так, рыцарь. Маг. Вот мага надо валить как-нибудь. Сейчас что-нибудь придумаем. Моя городская стража на месте. О, и где она? Ага, прикольно, спасибо. Я ее прям вижу. Вот так вот. Что могу сказать? Танкуй. Танкуй, да. Банально танкуй. Ну, 23 тоже неплохо. Так, иди сюда. 50, неплохо. Так, ты можешь что-нибудь сделать с этим всем? Нет, ты с этим всем ничего не можешь сделать. Так, пойдет. Все походили? Не, еще не все, далеко не все. Так, что ты можешь сделать? А, ты можешь вот сюда подойти и использовать вот этот скилл. Нет, стоп, вот этот скилл. Сихат. Ага. Так, а пацан может закинуть ловушку взрывную вот сюда. Если толстяк пойдет на нас. Если уж толстяк захочет пойти на нас, то пусть идет. Это не страшно. А вот это страшно. Чё, так много? 8. Так. Это даже не походил, прикиньте. Это даже не походил. Это не достанет нас. Толстячок пойдет на взрыв. Ну, толстяк подходит. По идее, городская стража. Где она там уже? Вы же должны прикрыть нас активно. Что-то ее пока не видно, этой стражи. Это нормально. Надо что-то туда закинуть. Где городская стража-то? Не похоже ни на городскую стражу. Нам надо всех убить, я так понимаю, да? Все, кто появился. Так, это нормально. Смотри, значит, что тебе надо сделать. Ага, понятно. Тебе надо вот сюда на эту клетку встать, я понял. Молодцом. Магом пожертвуем на время. Так, ты все равно горишь. Нет, стоп, какой великий щит-то? Хотя бы так сделай. Так, ты. Пацан, врываемся, короче. Подожди. Может, с тобой ворвемся? А, обычная атака, давай. Пацан, давай сюда. Ты пока будешь защищать нашего чувака. Так, ты можешь шмальнуть в него. 35. И стоять танковать. А ты можешь ярость пасть. И стоять тоже пока танковать. Все, пусть ходит. Готов.
Оу. Кажется, мы сейчас сольем одного мага. Да, мага мы сольем. По-любому. А он так и так сливается. Что-то на него магический щит какой-то хороший. Тебе не повезло, братан. Ой, тебе тоже не повезло. Да, походу нам всех надо убить, да? Или чё? Долго стражи еще там идти будет? Просто это сейчас взорвется, вот этот. Не, смотри, они все еще идут. Сейчас будет больно. Ага. Угу. Ага. А вот теперь минус. А получилось, городская стража пришла на помощь. Все на выход. А, все? Даже так? А, все достаточно сражались, мы выжили. Геморройный квест. Мне нельзя было никого убивать, нужно было именно выжидать. Поэтому и говорю, геморройный. Ну что ж, давайте на этом тогда закончим. В лавке снаряжения мы уже купили все, что хотели, да? Типа, вместо вот это можно им взять. Но зачем, если можно... Ну, вот это только реально взять, вот давай. Один, нам на один просто хватает, и все. Давай. Так, а в казармах, точнее, вот здесь мы продадим просто банально вот этот. И вот этот. И на вырученные деньги зайдем в лавку и купим... атаку навсегда, нет? Он нам не хватает только на вот это и на это. Давайте лучше УЗ тогда возьмем. На случай важных переговоров. У нас всегда важные переговоры, страдаешь ты. Так, а у твоей подруги сколько? 103. То есть только ты у нас, да, остался такой дохлый? Давай хотя бы до 85. Ну что ж, давайте тогда закончим. Продолжим с вами в следующей серии. Посмотрим, что нам тут вообще не хватает. А, стоп, подожди, лавка предметов. Но это я покупать не хочу, мы и так уже все прокачали. Кстати, а мы все прокачали? У всех вкачано? Да, у всех вкачано. То есть это потом можно будет какой-нибудь фрагмент взять и прокачать его. Да, в следующей серии как раз-таки и пойдем с вами дальше воевать. Вот, давайте вот этих зелий купим, кстати, хотя бы одну. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Артем. Всем пока!